Главные интеллектуалы Поволжья соревновались в эрудиции на Олимпиаде среди студентов IQ ПФУ. В сборной вошли лучшие студенты, которые стали лидерами на региональных этапах. Ульяновскую область представили 16 ребят из политеха и авиационного колледжа. Для участников подготовили 6 разнообразных направлений. Среди них робототехника, программирование беспилотников и их пилотирование, конкурс инженерных команд. Задания были очень интересные. На первый взгляд может показаться, что они сложные, но если начать в них разбираться, в принципе, вполне себе даже такие, несложные. Вот. Единственное, что объем заданий очень большой, а времени очень мало. Поэтому, несмотря на то, что команда состоит из 3 человек, все равно очень трудно получается попасть в эти сроки. Соревновались в искусстве убеждения и демонстрировали навыки оратора участники в направлении парламентские дебаты. А любители интеллектуальной игры «Что, где, когда» почувствовали себя знатоками и выбрали лучших. Ну, мы нашей командой от Пензенской области участвуем уже 3-й год подряд, и с каждым годом становится все лучше. Сначала было 10-е место, потом 7-е место. А в этом году наконец-то заняли 2-е, чему очень рады, потому что планировали войти в топ-3. На самом деле задания из года в год меняются, их невозможно предугадать. Было всего 8 туров, из них 2 тура были достаточно сложные, не только для нас, но и для всех команд, в принципе. По итогам двухдневных интеллектуальных сражений победу в общем зачете одержали хозяева Олимпиады, команда Республики Мордовия. В церемонии награждения принял участие заместитель полпреда президента ПФО Олег Машковцев. Напомним, окружной проект реализуется при поддержке полпреда президента ПФО Игоря Комарова. Главная цель – привлечение молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности. Анна Тищенко, Улправда ТВ.